Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и я решил снять видео про CS GO в новой моей программе для съемки видео. Итак, сейчас у меня автомат, топливный инжектор АК-47, револьвер R8 градиент и обычный ножбоуи градиент тоже. Ну, вот так это выглядит. Вот так они выглядят, эти оружия. Да, выглядят, конечно, они очень круто. Итак, мы сегодня играем на сервере. Так, вот, пистолет я вам показываю. Игра лицензионная, как я уже вам говорил несколько раз. Вот наш боуи. Вот так он выглядит. Надеюсь, в этой программе будет все видно, потому что оно идет и на ПК, и на PlayStation, и на Xbox, на все. Я ее сделал. Итак, давайте мы посмотрим, что здесь еще есть. Программа, конечно, не весь экран почему-то снимает, но качество стало немного круче. Так. Ой-ой-ой, как так-то? Офигеть! Она взорвалась, бомба, и меня не задела. Охренеть просто. Офигеть. Так, ладно. Давайте еще раз попробуем. Так, ладно. И я решил поиграть с ними с читами еще. То есть, смотрите, вот. Я здесь не админ на сервере. Вот смотрите, я нажимаю кнопочку. Такой вот интересный чит. То есть он работает с ноклипом. То есть я никакие коды не вбиваю, то есть я играю на реальном сервере. И у меня нет админки, как я уже сказал, то есть можно полетать здесь. Вообще поиграть, да? Так. И еще здесь есть такие вот вещи. Вот. Мои читы. Кто не видел, они включаются у меня. Скачать вы их можете у меня на сайте Donbass Cheat. Скачивайте. И в общем как-то так. Ладно, давайте выключим читы. Могу за читы это забанить могут. Так, ладно. Этот сервер сейчас работает без админа, поэтому я решил поиграть так. Ну что ж. Чем отличается вообще моя старая программа от моей новой? Они вообще отличаются тем, что на старой не писалось время, сколько вообще идет запись, а на этой пишет то, что уже прошло, вот, еще 3 минуты уже будет. То есть, там вообще все очень круто получилось. Так, ладно, давайте бомбу поставим. Потому что бомба у нас. Так, убиваем его. Так, течет. Так, ладно. Еще что-нибудь посмотрим здесь. Нет никого. То есть бомбу я поставил, да? Так. Вообще я хотел. У меня сейчас игра в оконном режиме, потому что я ее только тестирую, эту программу. Должна снимать программа 800 на 600. Но она у меня почему-то снимает 800 на 480. Ну я вам говорю, это тестовая программа, я еще и выкладывать не буду. Вообще даже не пользовался, я вообще ничего не делал. Ой! Все, победил. Затащил раунд. О! Я вот это вот не понимаю, почему я бомба взрывается, а меня не убивает. Не знаю. Такое у меня вообще в игре впервые. Ладно. Так, идем дальше. Что у нас тут есть? Так, бежим сюда. Здесь тоже бегают. Здесь с ножиком побегаем, с градиентом. Так, где они? Где они? Надо посмотреть. Так, куда они пошли? Наверное, на А. Они все. Вот они, видите? Это враги. Давайте тихо подойдем. Сейчас, так, выключим. То есть вот они все, вон сколько тут человек. Так, осторожно. Никого. Так, тихо. Так, один. Так, три. Троечку уже убил. Дальше. Опа, еще один. Еще один выбежит. Точно. Куда-нибудь. Так, нет, не выбежит. Странно. Я считал их 5. Вообще должно быть. Так, где еще один? Так, где он? Я не понял, а где он? Реально, где он? Боже. Ладно, неважно, где он. Сейчас здесь. Здесь. Так. Здесь никого нету.
Давайте еще раз включим читы. То есть здесь в читах видно все, это как, не знаю, как код действует. Работать на всех серверах, то есть за это не банят даже. Как бы вот свои, то есть чит не различает своих, чужих, то есть все одним цветом сделаны, вот. Вот так, так. Сейчас, мы в него стрелять будем. То есть видно, то, что это враг. О, затащил, круто. Игра же, опять же, с ботами почему-то, с... мне нравятся теперь игры с ботами. То есть, сервера, где есть боты. То есть не только люди, а еще и боты. Так, ладно, побежали дальше. Посмотрим, наверное, на градиент. Вот он. Так, ходит с ним наш игрок. Так, давайте постреляем из нашего револьвера. Вот он. Вот так постреляем. Так вот, точнее стреляет. Ай-яй-яй-яй. Меня ранили, ребят. Так, ладно. Вот, где он? Давай. Ладно. Перезаряжаемся. Так, у нас есть 8 патронов еще. Ай-яй-яй. О, все, хэдшот, ребята, это точно был хэдшот. Так, ладно. А что здесь у нас есть? Здесь у нас никого нету. А интересно, у кого? У меня бомба есть. Давайте так, что-нибудь закинем. Так, что у нас есть? У нас почему-то бомбы не кончаются, и я не знаю, это, наверное, чуть такой. Потому что, я не знаю, почему-то не убить. Ничего, мне только ранить. Меня бомбы не убивают. Почему-то. Это странно. Ну ладно. Так. Давайте теперь попробуем. Заспавнить что-нибудь? То есть без покупок. Давайте заспавним. АК-47. Вот он. То есть можно сколько хотите заспавнить, только у вас не будет забанить. Так, дальше можно заспавнить здесь. АК-47. Я еще не разобрался просто в чеке. Вот я его только что недавно создал. Там совсем новый. Вот АВП-шку можно создать. То есть, как-то так, диглы можно создать. Я только вот так разобрался. Ладно, давайте возьмем АВП. То есть, очень прикольный чит. Он как действует как админка. Выглядит очень круто. Можно поставить всякие разные, не знаю, штуки. В общем, игра с этим читом интересна. То есть, как-то так. Из него не банят. То есть, система не банит за такой чит. За мой. Я специально вот так сделал. Так, вот он. Так, стреляем. Так, убил. Почему-то вот за дымом не видно, вот. Вот мне тоже минус. Не нравится. Почему-то за дымом не видно. Вот так видно. Вот так. Ой-ой-ой. Ладно, извиняюсь. Так. Ладно, давайте. Выключим. Так, давайте прицелимся просто. И хэдшот. Так, еще один. Еще один, давай приближаем. Опа, еще один хэдшот. И еще один хэдшот должен был быть. А, да, все, хэдшот, все. Я опять самый, скажу, крутой игрок. Почему-то здесь боты одни. Интересно, я играю только с ботами? Или как? Вообще сервер настоящий. Так, скажите, еще здесь посмотрим. То есть можно заспавнить все, что хотите в чите. Только я не знаю как. Я еще не научился все заспавнить. Хотя это возможно все. Если я сделаю чуть покруче, то есть я его обновлю, то там, наверное, будет покруче, чем это. О, у меня АВП элитное снаряжение. И это не спавн, это не чит, то есть это у меня реально такая скин есть. Ого! Опа, хэдшот! Кто еще? То есть сейчас. Ой, нас убили. Что бы ты сделал? Он. Так, я играть буду за бота еще одного. У нас в команде тоже один бот. Ооо. Так, давайте заспавним себе нашу АВП-шечку. И давайте дальше тащим. Давай. Не знаю, меня впервые бот убивает. Это как-то по-новому, можно сказать. Так, ладно. Ладно. О, хэдшот. Блин, поняли. Мы не убили. Это реально какие-то чит какой-то загнитый, можно сказать. Ой, так, ладно, осторожно, выходим, никого нету, идем дальше. Так, у нас осталось еще время, чтобы заснять это.